обрезка роз после их отцветения. Современные сорта, которые мы продаем, имеют такую восхитительную особенность. Не успевая отцвести, они образуют новые побеги. Вот перед вами такой замечательный сорт с английской формой цветка. Вот что мы делаем? Просто вот так отстригаем, оставляя побеги молодые на дальнейшее цветение. Вот смотрите, это бордовые побеги, это будет повторное цветение. Вот здесь то же самое я обрезала. Вот он, новый побег. И так я поступлю дальше. Я провела обрезку без камеры, оставшуюся, чтобы не отхватить нечаянно новые побеги. Вот такой пушистый кустик у нас получился. Естественно, это все работает при регулярных подкормках. То есть, если вы посадили и забыли, это может быть не так, не столь обильно. Вот это отбивание молодых побегов на повторное цветение. Всем успехов!